в 15 лет, продутый на ветру газетных и товарищеских мнений, я думал, окажись, что я не гений, я в тот же миг от ужаса умру. Садясь за стол, я чувствовал в себе слепую, безоглядную отвагу, и я марал тогда чернилами бумагу, как будто побеждал я в борьбе. Когда судьба пробила 27 и брезжила бесславных 28, мне чудилось, трагическая осень мне начала накладывать тень. Но словно вызов суд или собес, к стеклу прижался желтый лист осенний. Я прочел на бланке: ты не гений. Коротенькую весточку с небес. Я выглянул в окошко. Ну, нельзя, чтобы в этот час, чтобы в этот миг ухода нисколько не испортилась погода, никак не перестроился пейзаж. Все было так же. Лужи на крыльце, знакомый контур мусорного бака, и у забора писала собака, застенчивая улыбка на лице. Все так же пялился в окно знакомый голубь, важный и жеманный. И жизнь не перестала быть желанной от страшного прозрения моего. Чаек.